походили по озеру, спугнули рыбаков, или у них рыба сразу перестала ловиться, рыбаки уехали, которые были там. Уникальные люди, я считаю. И сильно у них такая дорогущая рыба. И вот мы едем, видите, все, дорога уже растаяла. А до этого была белая, тормозишь, и практически был каток. Моментально все происходит. Поэтому нам, чтобы в путешествие сейчас в одно пуститься, нам надо дождаться, когда мы переобуемся, и плюсовых температур, чтобы плюсовые были и ночью, и днем. И тогда мы рванем, наверное, куда-нибудь 1000 километров туда, 1000 километров обратно. Теперь мы с Наташей, и у нас все. Свобода. Мама нас освободила. Едем. Пахнет уже весной. В следующий раз приедем сюда обязательно, вот ради монастыря. Ну, я не знаю, уже надо купаться тогда, уже когда будет только теплая вода, потому что как бы тут тоже есть поляны с жаркими, оказывается. Это мы в прошлом году узнали. Но на жарки мы едем специально в Западно-Алтайский заповедник возле Поперечного. Потому что какое там огромное их количество. Такого, по-моему, нет нигде в мире, мне кажется. Целые поля